Ребят, всем привет. Ну что, сегодня делаю ревизию флагов. В общем, у нас часть лежит в офисе. Все их достал. Другая часть под полубаком. Другие лежат на мостике. Вот. В общем, надо все это проверить, подписать. Желательно разложить по полочкам. Естественно, которые уже не используются, отдельно я их здесь оставлю. Вот такие, как Сирия флаг. Это судно когда-то работало даже в таких странах. Флаг, видно, что уже использовался не один раз. Дальше, какие у нас еще тут есть интересные флаги, сейчас покажу. Вот это вообще первый раз вижу. Гренинджен провинс. В общем, какая-то деревня. Сейчас откроем, посмотрим. Он даже на стол не влезает. Ну, почти новый, возможно, использовался только один раз. Неизвестная мне страна. Дальше, что я делаю? Я подписываю всегда перманентным маркером. Вот флаги, которые нам нужны. Часть новых получили. Португалия, Исландия. Это у нас Испания, Merchant флаг. Литва, Норвегия, Раша, Эстония. Польша. Все это подписал. Сейчас вот эти еще буду проверять. Вот. Ну, соответственно, те, которые мы используем, буду на бак выносить, чтобы там, AB далеко не бежать. Всегда под рукой флаги были. Вот еще один флаг. Интересный. Израиль. В общем, какая фишка. Все флаги, да, в основном идут вот с одной веревочкой, с длинной. Другой конец нету ничего, то есть только петля. Соответственно, вот это где петля, она всегда наверху, длинная веревка всегда внизу, то есть ты уже знаешь, как флаг должен висеть. Вот бывает исключение. Вот сирийский флаг у нас тут одинаково, нету тут длинной, ты как бы сразу и не знаешь, где вверх, где вниз. Нужно смотреть в книжку, смотреть, как флаг должен располагаться. Ну бывает, в принципе, такие флаги, что без разницы с какой стороной. Вот. Веревочки нету, соответственно, я использую скотч, когда уже его вкладываешь. Тем более флаг долго не используется. Скотчем мотанул, все, положил, записал, список составил, да, инвентарь. Ну, Маш, все по порядку записываешь, а потом уже по буквам в электронный вид будешь забивать, когда всю ревизию сделал. Вот, чтобы было все идеально. И как бы заходишь и уже ищешь, есть у нас этот флаг или нет. Бывает быстро надо, рейс задания меняется и нужно поделиться, заказывать флаг или нет. Ну вот, как-то так выглядит, когда за веревочкой заматываешь. В принципе, тоже неплохо. Так, ну в общем, сейчас я вот это еще проверю. Покажу, может, какой-нибудь тоже интересный флаг, если найду. Потом пойдем на бак. Там еще немножко расскажу. Ну вот, еще один флаг нашел. Тут, короче, no name. Не знаю, нигде ничего не подписано. Вот это уже проблема. То есть флаг надо искать. Что за страна, как называется. Ну, судя по качеству, наверное, скорее всего, какая-то африканская страна. Возможно, небольшая. Пишите комментарии, кто знает. Я его все равно уберу в ящик, так как маловероятно, что мы пойдем сюда. Еще один флаг. Гуяна. Не знаю, не был там. Подписано, опять же, неправильно, да? Когда будет сложен, надписи видно не будет. Пишу, подписываю здесь. Подписал. В общем, у него, оказывается, два имени. Пишется по-разному, какое-то из них правильно. Я подписал так. Еще была надпись все-таки одна. Гуяна. Офигенного просто качества флаг. Джорджия. Ну, я так понимаю, Джорджия. Неправильно написано. Это у нас Грузия. Греческий флаг. Вот еще один красивый флаг. Белоснежный. Кипр. Этот флаг не буду говорить, я думаю, все знают. Черно-красный, желтый. Германия. Тоже думал no name, но нет, есть надпись, еле-еле видно. В общем, это у нас Латвия.
Венесуэла, страна контрабандистов наркотических веществ. Вспоминаю 2007 год, когда мы шли по реке Ориноко, встали там на мель, двое суток не могли сойти. Нам приезжали местные аборигены, продавали бананы. Мы им это мыло давали, старые ботинки, робу и так далее. Женщин мне предлагали. Румынский флаг. Работал с румынами. Вспоминается также порт Константа. В город возможности выйти не было. Мальта. Работал когда-то под этим флагом. Даже эндосмент где-то еще хранится. Тунис. Еще флаг еще влажный, не знаю. Сюда принесли, он до сих пор еще сырой. Все-таки под полубаком не очень хорошо хранить. Но что делать? Вот еще один интересный флаг. Почти как наш СССРовский. Марокко. Вспоминаю Касабланку, когда у нас был введен второй уровень безопасности. Стояла усиленная вахта на баке, на корме. В общем, и там мы поехали домой. Короче, на выходе начали почему-то мой чемодан обыскивать. Мы уезжали, я, капитан и старпом. И почему-то вскрыли только мой чемодан, как будто я из них самый богатый, хотя был, блядь, лойсом. Тоже давненько было, 2010 год. Ну и последний флаг нереальных размеров, который в настройке у нас лежит. Коста-Рика. Блин, можно вместо скатерти использовать, только погладить. В общем-то и все, ребят, что еще хотел добавить. В общем, судно это работало раньше, конечно, в более интересных странах, вот, сами все видели. Сейчас, к сожалению, только Европа, такие теплые страны, только вот в Испанию недавно ходили, и то сейчас уже отменили туда вояджи, потому что, ну, сами знаете, ситуация не очень с коронавирусом. В общем, сейчас разберу, еще тут немножко добавлю, который принес. Ну и все. Будут здесь храниться. Все, всем спасибо за внимание. Пока.